Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Миран. В прошлом видеоролике вы задали ряд вопросов, которые я скомпоновал, и сейчас постараюсь на них ответить. А непосредственно, первый вопрос. Как заработать монеты или же виртуальные рубли в игре «Рабство»? Как заработать рубли? Все очень просто. То есть, видите, у меня баланс сейчас где-то 550 тысяч. Для того, чтобы вам заработать первый рубль, вам необходимо поделиться ссылкой либо в сообщении, либо в истории с вашими друзьями, то есть вашей реферальной ссылки. То есть, вот здесь находится. Если другие перейдут по вашей ссылке, они станут вашими рабами. Все просто. Вы нажимаете кнопку «Поделиться», можете поделиться в истории, можете поделиться в сообщении. И когда человек заходит, получается, в эту игру, он автоматически становится вашим рабом, и вы уже начинаете получать с него доход. Если он, конечно, не был рабом кого-то еще. Получается, первые рубли вы начинаете получать, а уже второй вопрос получается, как купить рабов, вы мне задавали. Да, то есть в разделе «Покупка рабов» вы можете приобрести, что интересно, из своих друзей определенного человека, и он будет приносить вам доход. Далее идем. То есть вы нажимаете на этого человека, любого, допустим, и нажимаете, далее будет кнопочка «Купить». То есть там за определенную сумму вы можете купить этого раба. И он будет приносить вам определенную сумму. То есть вот этот, получается, человек зарабатывает 1000 рублей виртуальных в минуту. Далее вопрос был, как прокачать рабов, чтобы они давали больший пассивный доход. То есть я сейчас перейду в мой профиль. И как видите, у меня сейчас доход идет 3000 в минуту, ну плюс-минус. И здесь у меня вот есть рабы, которые приносят по 1000 в минуту. Вот, допустим, он. Вы можете продавать своего раба, то есть, допустим, продать определенного раба. Смотрите, он сейчас зарабатывает 154 рубля, да? Мы его продаем, и мы его снова покупаем, то есть он сейчас свободен, мы его снова покупаем. И помните, он зарабатывал 154 рубля? И теперь мы, когда его устроим на работу, то есть когда покупаете определенного человека раба, вы должны дать название ему рабочее. Ну, сейчас сделаем так. И он уже не 154 рубля в минуту зарабатывает, а 232. То есть вы можете прокачивать своего собственного раба. Таким способом вы можете увеличивать доход вашего раба. У вас даже может быть один раб, и вы его прокачаете. Далее, следующий вопрос. Можно ли вывести деньги, то есть обменять их на реальные? То есть вот этот баланс пока что нельзя вывести на реальные деньги. Возможно, сделают какой-то такой сервис, где можно будет их на что-либо другое обменять, какие-то бонусы, скидки и так далее, как это было в истории с ВК-коин, вы наверняка это помните. Вот. Но пока что никаких таких функций нету. Это просто игра для развлечения, собственно, затягивающая игра, я бы так сказал. Ну а так, я думаю, я все основные вопросы в этом выпуске разобрал. Обязательно поставьте лайк, он мне очень поможет для продвижения этого ролика, буду очень вам за это благодарен. И подпишитесь по возможности на мой канал. А так, всем пока, всем удачи, и вы были на канале Миран.